В Зальцовском районе начали укреплять берега реки Ельцовки. После летних ливней некоторые улицы знаменитой Нахаловки оказались под угрозой изоляции. Русло размыло настолько, что оно подошло вплотную к дороге. И это только одна из многочисленных проблем. Кирилл Полиенко расскажет подробнее. Пятиметровые сваи легко уходят в рыхлый грунт. К концу месяца участок берега будет опоясан железобетонной стяжкой. Параллельно рабочие расчищают и углубляют русло. Расчеты сделаны по максимальному уровню воды. Ну, по идее, не должно бы быть это самое. Да, за определенный период, там, по-моему, за 50 лет. Владельцы домов ниже по течению за работой наблюдают с тревогой. Боятся, что спасение дороги будет стоить им нескольких соток огородов. Там совсем узенько, и там будет отбиваться вода, и тут у меня вообще все размоет. У меня и так вода каждый год. Каждый год вода. В комнату еще она не заходит, а в кухне вот так воды. Масштаб размывания берега Ельцовки виден по этой водосточной трубе. Еще весной она была полностью скрыта в земле, а сейчас выступает почти на 1,5 метра. Укрепление этого участка в проект пока не заложено. Денег хватило только на 60 метров, да и те взяли из резервного фонда. Но в администрации обещают понаблюдать за динамикой. Опаснее ситуация у жителей соседней улицы. Взяв мэра и главу городского департамента по чрезвычайным ситуациям в кольцо, люди требуют ответа. Решили вопрос, что он не наступит, что у них ливневка выходит над нашей головой. Обитатели улицы Моцарта вздрагивают при каждом раскате грома. За лето дома и дворы топило несколько раз. Чудом обошлось без жертв. Потоки воды, грязи и песка стекают сюда с промышленной территории. Сточная труба выходит на край оврага, прямо над домами. Деньги выделены, к ним приступает. А можно сроки узнать? Чтобы выполнить. Когда будет яма это будет примерно... Сколько мы берем на яму? Сошлись на сроках. Овраг ликвидировать к концу сентября. Начали уже сегодня. Площадку расчистят, овраг будет засыпан бутовым камнем, трубу ливневки перекроют. Воду, которая сюда стекает, планируют отвезти напрямую в Ельцовку. Осталось подготовить проект и начать строительство. Кирилл Полиенко, Максим Федосеев. Новости здесь, Новосибирск.